Народные приметы на 25 августа. 25 августа – традиции обычаи дня. Существует поверье, что в этот день домовой любит проказничать на поветях, нежилых постройках, расположенных сзади над хлевом. Хозяева окуривали повети ладаном и кропили святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового. С 25 августа по 10 сентября возможны первые ранние заморозки, поэтому из сундуков доставали теплую одежду. Помещения для скота тоже утепляли, конопатили щели, выстилали пол соломой. Крестьяне занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Все оборудование, которое использовали для летних полевых работ, ремонтировали и прятали до следующего года. К этому дню поспевала черемуха. Из нее готовили варенье, компоты, настойки, начинку для пирога. Употребление этих вкусных и полезных ягод нормализует работу кишечника, улучшает состояние слизистой оболочки желудка, очищает кровь и укрепляет стенки капилляров. 25 августа. Приметы и поверья. Ранний иней к богатому урожаю озимых в следующем году. Дождь к короткому бабьему лету. Ясная и теплая погода к хорошему урожаю белых грибов. Много росы к ясной погоде. Кошка старательно умывается к теплу. Лягушки громко квакают к дождю. Крот из норы вышел к затяжному ненастью. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал. Добрых вам примет!